Второй. Из тебя плохой Дональд. Говорит. По-моему, неплохо так. Частями, конечно, понимаю. Если что, я даже и пытаться не хочу Дональда, даже не просите. О, у него не получится в любом случае. Серёга, это очень сложно на самом деле, чтобы особенно по микрофону понимать было. Ну окей. Ладно, ладно. Минафа поставил, игры загрузил. Давайте спидран. Ой, я забыл. Делайте спидран. Ой, я забыл, надо это, но Рик, тебе надо новый это сервер это отправить. Зачем новый? Он прописан по умолчанию. Да блин, я не плохой Дональд. Погоди, а в NetPlay этот сервер хостнейма. IP-шник 193.105.5.9, все верно. K2Hash поменяй на циферку 2 и будьте счастье. K2Hash. Не, погоди, погоди. Ай, циферку 3, да-да-да, извини. 3-3-3, у меня 3. Ага. Порт сервера 40-46. Да, все верно. Окей, Евгений, пожалуйста, не слово про Трампа, это уже новость, меня уже, прости меня за фразу, задолбало. Не слово про Транса. Он идет, хотя я ничего не нажимаю даже. Так, я взял конфетку. Что-то странно, что скотинка у тебя. Джек, когда, ну и сказывается фраза, и что дальше? Задолбать эта фраза. А, запускаешь как... игру? Запустил игру? Так. Castle of Illusion? World of Illusion, ну да, World of Illusion. World of Illusion, да, World of Illusion. Ты что, сдохнешь, блядь? Жми английскую букву Е и... Я говорю, я ничего не сделаю. Английскую букву Т, да, русскую Е. Я знаю, чат. Да кого прёт? И теперь слэш сервер. Кого прёт? Слэш сервер. Соединение установлено. Я что-то не вижу. Это матч контроллер 3. А, вот, вот, у него мисс матч. Так, подробно, подожди, подробно говори. Мисс матч контроллер какой? Контроллер мисс матч for контроллер 3. Так. Ну да, видимо тут. А подожди, U какой? А я третий. У тебя третий, а сервер. Игра 0 указана. Третий выключен. Джок, включай в третий и четвертый джойстики. Отключайся. Так, на... Отключайся. На... Погоди, сейчас. Шесть кнопок. На шесть кнопок третий и четвертый, да? Да. Окей. Квантика еще проблема. О, мне же еще надо управление джойстика настроить. Ой. Давай, настраивай пока, мы сейчас переподключаемся. Так, я поставил. Погоди, это делается через консоль? Да. Не-не-не. А, нет. Alt-Shift-1. Alt-Shift-1 и все кнопочки нажимай. По два раза каждую. Только не забывай, там еще турбо-кнопки есть. Так, я подключился. Alt-Shift-1. Видишь, я тоже. Все, подключайся обратно, Рик. Alt-Shift-1. Кстати, да, насчет шифтов-то... правые, левые, их тут все-таки две штуки. А, шифтов да, нету на Сеге. Нет, он про то, на клаве, который... А, шифта. Левый, левый, конечно, самый удобный. Я, в принципе, это, левым шифтом это пользуюсь. Так. Потому что у меня правый шифт не очень удобно расположен. А я уже тащу. Чё вы там так медленно? Ну а ты у меня... Ты в одиночку-то сейчас гоняешь. У меня геймпад от PS-ки. Контроллер мисс матч. Мне всегда все удобно. Во, Макс был... Контроллер 7. Что там у тебя? Ингер 3. Так, походу, что нету седьмого контроллера. Да, сейчас начнётся. Седьмой? Подожди, что он пишет? Новый матч for контроллер 7. Так, Ю какой и гейм какой? Ну, все так же, 0 и мой третий контроллер. А, слушай, отключи, пожалуй, седьмой. Нажми Ctrl-Shift 7 и Анона.
Зачем тебе седьмой был включен? Ха, я не понимаю, действительно, зачем седьмой, если, по-моему, максимум можно там четвером сыграть? Аркадные автоматы какие-то? Нет, про Сегу говорим. Не, но Меднафа это трактор, который тащит не только Сегу. Ну, аркадный он не тащит. Для этого существует другое. Как чтоб бы аркадка, не было... она немножко не консолька. А, Грант, я не знаю, это у меня проблемы, ну, просто реально тебя как-то очень тихо так слышно. А, меня плохо слышно? Да. Глобальные настройки. Тихо-тихо так. Автор. Поэтому, когда кто-то начинает говорить, твой голос вообще абсолютно забивается. Нет, так. То, что меня тихо слышно, это в принципе норма, потому что у меня тихий голос. Genesis Mega Drive. Но на стриме я впервые слышу. Ну ладно, походу не получится поиграть нормально. А чё, Ванюта, чё у него? Ахрен! Пин тут... Я не знаю какого года и стоит XP. Ох, ё, это круто. Ну чё там, Лик, у тебя? Ну, без сетки мы играем нормально, а по сетке уже невозможно. Чё с ним делать, понятия не имею. То есть не Ctrl Shift 7. Игра похожа на Battle Tots. Попробуй поменять. Походу. Да, да, похоже очень вот сейчас на Battle Tots, на первом экране вот этот вот уровень с этой змейкой. Чё-то все игры сравнивают с Battle Tots. Да, так именно с этой игрой сравнивают всё. Ладно, тогда я отойду. Ctrl Shift 7 не работает. Так. Зачем Ctrl Shift так, C? Зачем? Ну, подожди, на экране должно быть ноне написано. Ноне. Не знаю, у меня работает это. Он ни хрена не пишет. Ему до лампочки. Какие комбинации я нажимаю. Ты игру запустил? Да. Но вот опять это... же, ни хрена. Так, давай я тебе конфигурацию эту скину. Надо было так раньше делать. Я же говорил мне, скинь то, что у тебя сейчас ты используешь. Сори. Как всегда, я просто под вечер всегда торможу. Сека, а там эта конфигурация форматом ини? Угу. Меднафин 9, какой-то циферка там 9. Сейчас я посмотрю, 9x, что-то в этом роде. 9x. А, блин. Не, я не буду это говорить. А то еще на меня понаедете за лексику. Лексику. А, 9. А, Меднафин-09H. КФГ он. КФГ. Копирую содержимое. Так, надо будет переписать. Паучок. Я в пролете. А подожди, а Саня, а что ты-то в пролете? Я жду, когда ты подключишься. Какой команда опять? У меня, короче, это IP слетело. Я не знаю, какой IP-шник. Версия Меднафина несовместима, нужен. Если можно, в чат брось, пожалуйста. 93x. soul-game.ru. Как же оно звучит? Я просто Nintendo перебил, и у меня все полетело к черту бабушки. В общем, я там выслал Рику нужные файлы, а у него там ошибку выдает при запуске. Soul-game.ru? Soul-game.ru. Хорошо, сейчас попробую. А вообще тот же IP-шник, что у этого. Твою налево. Teamspeak должен быть. Я вот, все, нормально. Через solenka.rf. Кое-где сделал небольшую ошибку. Так, настройки... Нетплея, все. А, погоди-ка, Soul. Погоди, так, сервер soulgame.ru? Цифра 1, да? Да. Soul-game.ru. Ну да, а это то именно. А у меня там был просто IP-шный номер. Получается, единичка ставится? Или 1, 2, 3? Погоди, может из-за этого ты не мог подключить? Или 1, или 4. Ну или 2, без разницы. Сека, ты зажимай кнопку. Я уже все. О, все, подключился. Аллилуйя. Так, сейчас так, у тебя. А на что у тебя управление клавиатурой?
У меня это А стоит как Д, Б на С и С это на С. Так. То есть, короче говоря, клавиши выше. А, погоди, трехкнопочный? Да, погоди, у меня шестикнопочный вроде стоит. И, ты можешь в любой момент... А, погоди, только тебе надо вне сервера это... Управление настроить. Нет, его может во время... Ладно, мне просто нужно знать, что у меня за клавиши А, Б и С. Так, сейчас я тебе напишу. То есть... так. Ну, а получается... Тогда Б получается С и С это Д. Сейчас я тебе напишу. Так. Всем привет. 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 Здорово, здорово, здорово. Разобрался? Вот, я тебе написал, если что, в скайпе. Так. Че я падаю вниз? А, понятно. Бэт. Кстати, кстати, что-то вот вспомнилась игрушка на SNES-ку. Wonder Project Z, или как-то так что она называлась. Вот реально интересно было бы устроить... Зачем так клавиши ставить? Вот такое небольшое соревнование. Это я так всегда привык играть. Project Нет, Z? Так пальцы смотрят. Wonder Project Z называется. Я всегда их ставлю короче... ровно. А, там, опять типа... же, можешь поменять только для этого тебе сети выйти надо. Ладно, хрен с ним. В игре наверняка используется не больше двух кнопок. Ну, нет, пусть как ты будешь в игре управлять по управлению? Так, значит... Джокер и Рик. Ага. Да. Они игнорят всех. Отлично. Принт, атака, прыжок. Так, шептунчики сюда. Так. Ты сюда. А, можно ох, говорить, говорит. Да? А так вот, суть игры такова, что ты как бы, ну, как... это типа что-то искусственного человека, мальчика-робота, которого ты должен обучать всему. То есть, как обращаться с мечом или с каким-либым предметом, которые находятся в комнате. Вот, и там как бы исполняются, ну, такие что-то типа квесты. И очень интересно было бы глянуть, как кто кого воспитает. То есть, там очень много действительно возможностей. Это что за прикол-то? Чё вы это нас... Вы Макса перебивали так, что он даже слова не сказал. А, извини. Вы пока договорились бы, и всё... Всё, я сейчас молчу. Сказали бы, что мы мешаем, мы помолчали бы сейчас. Ну, я слишком вежлив, чтобы накричать на тебя. Чтобы материться, сказать... да. Да нет, просто спокойно сказали бы, что мешали, вот. Да нет, нет, я просто говорил, а вы так встревали. Но ничего страшного. Все нормально, я уже высказал свою мысль. Ну, интересное предложение, на самом-то деле. Для... Уже как... ссылочку кинули на эту игру. А, Электрош, да, кинул. Так, ну чё там? Так, есть. Ну так что, предложение получается на следующий выпуск или... Аккуратно. Ну, конечно, отдельным там на стримом. Я не знаю, можно на следующий выпуск, можно отдельным стримом. Кому как удобно. Так, да блин, если честно, не хочется пишет, что-то... контроллер тейп мисс Маша. Game какой и U какой? Цифры какие? Так, Game 3, U 2. Ну, второй, в смысле. А, подожди, подожди. А, контроллер Miss Match... Какой контроллер номер? 1, Game 3, U 2. А у тебя трёхкнопочный. Sega трёхкнопочный настроен у тебя. Мало. Переключай в шестикнопочный. Да, давай, Жек, отдыхай. Переключай в шестикнопочный и... Так, для Ани по поводу дров, которые я кинул. Вообще, первоначально дрова для трастмастеровских геймпадов, но по факту на этих дровах у меня работают вообще все геймпады, которые у меня были, а их у меня было много, и более-менее адекватно. Говорят, Микки без яиц.
О, господи. Ну же. Ну, это если в тему Пасхи, скорее да, чем нет. У меня не было яиц. Ну, если говорить про Пасху. Я даже не праздновал. Кошмарики. Ну, короче, чё? Я не знаю, я этот день просто обозвал днём некроманта. Не, ну так что там с Микки Дональдом? У нас даже в магазине не продавались Пасхи, хотя обычно перед праздником там просто засилье разнообразных абсолютно, на любой вкус и цвет. Так, дождитесь. У нас что-то продавалось. Дождитесь черепашек-ниндзя, я вам расскажу про Пасху, очень прикольные и забавные элементы. Что-то сверху вообще не срастается у меня никак. Час. Ты переключил на трехкнопочный? А, на трехкнопочный, я думал на шести. Шестикнопочный, да. На шестикнопочный первый и второй джойстик. Да, первый. И второй. Да, второй нужно еще, сейчас сделаем. Потому что он будет ошибка. Так, там, по-моему, Alt-Shift-2, да, второй настраивается? Ctrl-Shift-2. Тебе не надо его настраивать, тебе нужно просто переключить, чтобы понял. Было кнопки. Сейчас сделаем. Готово. Отлично. Кстати, сегодня, ну, насчет Пасхи, кстати, забавная история случилась. Я шел в магазин, и там стояла какая-то куча гопников с двумя бадюлами пива, двухлитровыми, и, короче, мне все такие разом, типа, Христос воскрес, братюнь. Я такой, че? Нормально, так четко, да? Так, верующие по центру. Да. Кошмар. Так, я перезапустил тем временем еще мультичатик, так что у нас появилась поддержка ВКонтактика. ВКонтактик странно этим работает, с мультичатом. Сейчас появится все. Ну как у вас там прогресс-то? Ну это Урика спрашивает. Во-первых, перенеси его обратно или сам перейди туда. Так, погоди. А я не могу его перенести-то. Сил не хватает. Толстенький, тяжеленький. Сейчас переброшу. Он очень упоротый. Ну, на то. Ты ничего не упоротый. Джек просто недостаточно упорный, чтобы перенести упоротого человека в эфир. Так. Я тебе, слышь, дам сейчас за упоротый. Все, здесь все. Ты хочешь присоединиться к панде? Не надо. Есть большая разница между мной и пандой. Все, работает. И в чем же она заключается? У панды уши. Один читер, другой задрот. Оба хотят мне дать. Нет, мы оба, ну, конечно, бери. Читеры, но мы читеры по разным категориям. Так, все. А, вот. Док признался, что он читер. Все. Так, вопросе по поводу... Так он убежал это. Для подтверждения, нет, что нажимать-то нужно. Я читер. Алаказам. А в смысле подтверждение... Подтверждение чего? А я могу выйти просто. А, погоди. Первый игрок управляет настройками. Да. Так, ты кого себе берешь? Да мне без разницы. Ладно, я беру Микки. Ну что, еще Таня, мне то же самое про КХК говорит. Что же? Окей. Микки Маус. Все нормально, да? КХК. Так, походу все-таки управление. Упс. А, да. Ой. Ладно, придется. Кстати, милота-то какая? Микки Маус укрывает врагов. Погоди, там тортик. Ага, типа, из любви. Почти как Соня. Да, чтоб не замерз враг твой. Сань, какую ошибку говорит? Давай, ты мне... Саня! Кыш. Сейчас, одну секунду. Кыш, я говорю. Давай, запрыгивай. А, точно. Так, У меня вопрос, а почему я опять начал играть? Так, погоди, раунде? А как мне веревку-то сбросить? Странно. А вообще ничего не показывает. Погоди. Ты подключился?
А также пишет, короче, этот контроллер, ну, этот Маш. Какой, mm-hmm. какой, как номер контроллера? Контроллер 3, гейм 0, U4. Может, ты попробуешь? Это самое. Давай ты. Окей. Контроллер 3, да? Так, сейчас. Третий, сделай ноне. Control Shift 3, ноне. Да. Кстати, веревка. Есть. Кто-нибудь знает, как сбросить веревку? Потому что мы не знаем. А. Мы пробовали на А нажимать. Я с папой так. играл, и мы вот тоже кнопка не могли скинуть. Да, они кнопка тоже... А, это в моем случае, знали, что у меня было. Это сделать. Это была атака. Вроде, да? Вроде бы, да. Бег. А, бег. А, вот, а, вот она. Потому что у меня, к сожалению, управление... Я его, видимо, не так. Грац. Отлично. Короче, нужно было все контроллеры мне свапнуть и оставить только первый и второй. Все получилось, да? Да. Появился. Давай, короче. Играй дальше. Или на двоих делай. По жизни. Или по раунду. Давай, по раунду и по жизни. Блин, нас... сказал человек, который первый раз в глаза видит эту игру. Так я тоже в нее играю, по-моему, только второй раз. Во, видал, у тебя больше опыта. Давай расскажи, учи. У меня никогда не было Сеги, поэтому я не видел большинство игр. А я вот хотел Сегу, но мне отец это купил Супер Нинтендо. Мне Сюбер покупали, а потом, в общем-то, сразу я как-то на PlayStation 1 перескочил. Да не, чё за... Упс. А у меня всю жизнь Дэнди на левую часть. На левую часть. Да, на деле учат тащички. Ну, мне что Сюбар... интересно, это то, что у меня был Субар, потом мне бабушка подарила геймбой, а потом уже отец купил Супер Нинтендо. И уже после того, как мне нинтендовские консоли накрылись, это мне мама уже купила PlayStation с кучей дисков. Именно геймбой, да? Да. Да, геймбой. Черно-белый, да. Нет, у меня не черно-белый был, а такой зеленый расцветки экран. Но это первые модели геймбоя. Так, Саня, бери управление быстро. А какие кнопки? Сейчас. Вниз и Б. Давай. А я проходи вперед, проходи вперед. Чтобы он закрутился. Анюта пробовала, не помогло. Андрюх. Никак. Перепрыгивай, выстрел его повыше немножко. Так, нормал. Прыгай высоко. Отлично. Во, супер! Он говорит, играть не умеет. Тащит как боженька. Опс. Окей, это был странный глюк. Ага. Вот это было. Вот это подло, конечно. Так, аккуратно. Я не мог пролезть там. Последний. Перепрыгивай. О, крот сзади. Блин. Да жёбаный крот. Пока кнопки нашел. Халай, макалай. Мама. Ради помогите, меня обратно. Помогите, мама. Погоди, стоп, там, там бонус. Ага. Съел конфетку. Да блин, как он быстро так прыгает. Погоди, тут наверняка где-то проход есть. Надо заранее немножко. Ну да, а, нет. С таймингом. Так. Но я думаю, если её потренить игрушку так, а денёк-другой, можно вообще на легках её пройти. Еее, затащено. Так, наверное, это всё твоё. Так, многовато. Давай следующий раунд, товара. Ты. По раунду. Давай, листай. На-на-на-на-на. Саня, я тебя жду, ты листай дальше. Я тут. Управление переделывал. Вообще-то,
что-то не пойму сюжет вообще игры. Ну, короче говоря, практиковались тут два известных диснейских персонажа, это для предстоящего шоу, это магии. И тут нашли какой-то таинственный ящик, вошли в него и, короче, их занесло, это мир магии. Давай, ты прыгни, Рик. По чемоданам. Не работает почему-то. Погоди. Вдвоем на одну, нет? Это надо, боюсь, надо уже сбрасывать игру. Это... Сека. Почему? А что не так? Может, потому что... кнопку А использовать? А хотя, погоди, может быть это... Ой. Испугались. Прикол в том, что это... В зависимости от того, какой ты режим включаешь, там разные карты загружаются. Погоди. И а чё, вот что здесь не так? Погоди. Кстати, вот водный уровень... Окей, опять я не понял, как эта фигня работает. А, все понял. Ага. Водный уровень мне чем-то напомнил вот Соника на Денди, когда я играл. Когда там... Ну, мог бы ты прыгнуть. Да, когда нужно было пузырьки там вот это. Ой. Он для меня очень сложным был. Я не знаю, почему я не мог его пройти, но... А, я так понимаю, нужно зажать этот клавишу вниз. Поверь, дружка. Ну, когда приземляешься. А, все, понял. Просто я это всегда в эту игру в одиночку играл. Мне не с кем было это в кооперативе играть. Упс. Чё вы делаете? Ну! Ну! Блин! Башкой! Башкой так! Пяу! Блин! Давай! Передавил! Давай! А вот, кстати, и устрица напала. Как ай, подло. Называлось эти, которые изучают раковины. Да. Блин. Вот пусть расскажут, почему на тебя устрица нападает. А, подлая рыба. Нет. Давай, прыгай. У меня лаган. Блин. Лаган. Слушай, мне кажется, лимит какой-то обдолбанный. Блин, на самое начало. Блин, кислородное голодание. Бля, куда так, погоди, сейчас, я не понял. Я сейчас с этим челом разберусь. Иди по стрелкам. Все. Блин. Давай, Серк, ты. Вредные эти кроты. Нам еще 10 минут и все, мы пойдем смотреть Альфа. Альфика. Да. В любом, играть успешно в игру, в которую вижу первый раз, невозможно. Не, так. Ну это само собой, но как бы скилл у некоторых людей. Слушай, есть, которые... Говорят, получается, у тебя свое управление, у меня свое, да, настроено? Ну да. А-а-а. Ты на джойстике. А мало ли, вдруг она меняется. Не-не-не-не-нет. Ну опять же... Меднов. Ну вот, например, опять понял, же, как понял. Я говорил, я в эту игру постоянно в одиночку играл. Я еще не привык вдвоем-то играть. Ну, само собой. Вот когда был уровень, там, где паукан этот был, где паутина была, ну, как на змейку из Battletoads напоминала, вот тоже... Так, давай я справа, ты слева. Многие абсолютно так. Жалуются, что вдвоем это практически невозможно проходить. То есть нужен такой... То есть согласованность нужна вообще просто идеальнейшая. Там же эти прыжки, все такое. Да что? Почему? Ну-ка. Видел, Серк, справа эта ракушка села на эти пузырьки, они исчезли. А, ты что, серьезно? Да. Внизу вот так да сделала. Да что такое? Может, ты не по центру попадаешь? Круто. Я только сам сейчас заметил с краешку. Конфету зачем ты взял? Слипнется. Блин. Как я мог сквозь пузырь взять конфету, алё? Ну, вот так вот. Боги. Конфета дает плюс одну карту. Капец. Сейчас согрею её. Я сейчас подумал про другой абсолютно пузырь. Если вы понимаете. То есть, ну да. Если вы забавно, понимаете, да? О чем я. То есть, когда я разворачиваюсь, он пытается мою задницу укусить.
Угу. Малыш, я тебе покажу. Ам-ам. Воздухе! Воздухе надо зажимать. Ам-ам. Да. Да просто у меня лагает. Блин! А я чё-то туплю. Еее. Да блин, нет, не я. Так. А, подожди, ну да. Прыгай, прыгай! А чё вы не прыгаете, алё? Да блин, физика тут какая-то тупая! Ты ещё на физику. О! Иногда он хочет работать, а иногда нет. О, фонтан. Может быть, тут... даже ещё проблема в том, тут, что тут рассинхронизация уже пошла. Тут химия. Тут просто пиксель хантинг, походу, наверное. Блин, тебе нужно прыгнуть. Собрал, что ли? Нужно прыгнуть да, на дело. Определенный пиксель, чтобы сработала эта тележка. И что это? На мотодрезину похоже. Какую-то странную. В воду можно было. Да блин. Наверное, метод Мирлюзи, наверное, на следующий раз попробуем еще раз про это поиграть, потому что что-то как-то не очень хорошо складывается. Особенно, когда тебе нужно прыгать по резине. Вот я не знаю, то ли надо посерединке прыгать или как, потому что... Да нет, вроде... там как получается. Перед тем, как... Ну, сначала нужно прыгнуть, зажать вниз. Серьезно? Второй игрок до, видимо, получается, этого момента должен подпрыгнуть и тоже вниз зажимать. А, ну да. Ну, зайцы, давайте прыгайте. Я зажимаю вниз, чё... Может, чуть ближе к краю подвинуться вот каждому? Не знаю, вот да почему-то... Вы прыгаете вот так её... вот по центру, ну... Ее двинуть, когда там она вот так просто стоит, вниз сложно. Нажать, говорит Аня. А, блин, мы два дурака. А, ну а вот. А мы просто тут прыжок еще нажимаем. А ладно, легко открывается. Браво. Первый раз в кооперативе. Вы хотите? Вот почему Аня предложила эту игру. Посмотреть, как Джокер будет. Страдать. Да не, игра-то хорошая. Стоп, Джок, а как же в одиночку играть вот на таком уровне? Никак, ибо этот уровень недоступен. А, в одиночку он недоступен, получается. Да. Угу. Интересная задумка. Ну и действительно, ну как тут? Без второго игрока. Хотя бы до следующего уровня, наверное, дойдем. Дошли. Так, а, вот не, тут уже... Молодцы. Так, по-моему, мне конфетка нужна. Ты должен Ане конфетку за то, что она объяснила, как... Не тебе, а Ане. У меня есть еще предложение получше. Шоколадное печенье. Аня, любит шоколадное печенье? Твикс. Упс. Вот же любишь ты подставляться. Эти пауки, они безобидны, если что. Да как так? Хотя ну по их физиям я так не сказал. Давай, ну я тоже так подумал. Ой, осторожно! Ушел вниз. Просто ушел вниз. А, давай ты иди вперед. Конты ограничены или нет? И почему? На помощь! Одна попытка осталась. Вы собираетесь играть в одно... Нет, нет, нет! А чё играешь на одного? Проблема в том, что если я сейчас сольюсь, это нас на самое начало это отправят. То есть в лес. Пускай он пройдет сложное. По-моему, если я заработаю жизнь, это он вроде должен вернуться. Пусть все Джоку самое сложное достается. Рик, вернись. Не, ну вот... Я предлагаю эту игру потом как-нибудь еще раз попробовать пройти. Так мы же ее проходили. А, о! О! Алкашня сидит, ждет.
где ты шляешься? Пьяный такой бухой, ты видел? Так, ну мы на стриме с Аней как раз играли. Я эту игру увидел на стриме в первый раз, и особых проблем я в ней не увидел. Прошли сразу. Я думаю, она помнит. Слышь, вылезай, подлый трус! Отца я ее прошел. Да, с Лехой они прошли. Слышь, хорош там это дразнить, шестируки. Дразнить. Давай, Найт, давай, удачи. Заглядывай. Я уже полный. Пока-пока. Половина первого. 7000. Пока-пока. Все. Ну что, 3 минутки и давайте затащить следующий раунд. Наказам, понятно. Ну что, я, наверное, буду управлять ковром. А, для... Видимо, да. Ну, прикидывая конфигурацию, на так. Данный момент за двадцатку маловероятно. Ну, сейчас было легче на порядок. Да. А, тут надо постоянно нажимать. Блин, вот тут немного неправильно поступили с тем, как это там то или иное магия работает, потому что... Вроде ты зажимаешь, а все равно не работает. Что ж, в любом случае, мне главное ничего делать не нужно. Сиди, пялься на жопу Микки Мауса, и все нормально. Ой, 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 ой. Плюшки, 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 я должен плюшки взять. Че ты должен плюшки взять? А Дональду? Все, собираем. Ну мы собираем волшебные карточки, вот и получаем за них. Вниз прыжок зажимаешь, Саня, и вперед. Давай, так, на 4 тихо. Точки. Блин, и... обидно вот, то, что все. Конфету я ну, собираю. Захочешь, не так раскорячишься. Да-да-да. Я его как тебя загнул там. Кыш, кыш! Плохая птичка. Ага. Так. Спускай что-то длинное ему, пускай он за него хватается. Чёрт. Ну, а теперь Микки, друг дружку пускай подергайте. Опять же, это все равно, что скажем, Battle Tots, это кооперативная эта игра. Эй, сумасшедший шляпник, что ты делаешь с сомбреро? Не, ну вот на Дэнди Battle Tots на двоих сомбреро был вполне шляп. Прост, на мой взгляд. Что дело в шляпе? Буквально, ну, учитывая, что нет три версии на двоих, в принципе, непроходимы. Есть такие. Так, давай ты полети. А, я полетел? Ну ладно. Вот именно Battle Tots и вот, не, вот Double тут, Dragon. Мне кажется... Ой, ой, птички, 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 да птички, кыш, 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 кыш. Мы, ой, короче, на нет, парах... Нет, слышь ты! На парах прям на меня напрыгнул. Умудрялись так, одну птицу превратить на... в другую птицу. Через меня не прокатило. Ну ладно, фиксим. Думаешь? Так, может ты возьмешь? Там что-то хорошее. Дабл дракон на порядок легче. Нет, это... Смотря какой. Жабы... Если жабы с драконами, то да. А если просто чисто дабл дракон, то это хардкор. Я говорю именно как раз-таки про Battle Tots и дабл дракон. А, так то там есть, везде кайф. Ой. Блин, что ты... Да, это, блин, отлично. И я извиняюсь перед... там Аня слушает, короче. Ну, мне дико доставляло, когда можно было бить бабу в сиську. Так за волосы еще можно ее держать. Да, и за волосы тягать. Мне что-то это доставляло. Так, давай я прыгну. Не знаю. БДСМщиков. Ну, нет, нет. Я бы вообще за волосы с размаху об землю. Это нормал? Вот. Я окей, бросил мне... это дело уже. Да, то есть ты этим занимался, да? Ну, в игре только. Хорошо, что только в игре. Так, гейм овер. Все, пошли, 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 Альфа, смотрите. Альф заждался уже. Короче, в следующий раз попробуем еще раз пройти. Сегодня что-то как-то чинско получилось. Все, я затащил, хорошо. Лайка боженька. Ничего, Рик, мы еще там в черепах поиграем.